сидела на 4-м этаже первого блока в университете, увидела фотографию с конкурса Miss NGU и решила, почему бы не попробовать себя. Я хотела участвовать в Miss NGU еще с 10 класса, когда поучаствовала в Miss ФМШ. Стала не зрительских и поняла, что хочется еще. С самого детства я мечтала поучаствовать в каком-нибудь конкурсе. Я много ходила на конкурсы своих знакомых, смотрела и всегда мечтала тоже попробовать свои силы в чем-то подобном. И когда мне выпал такой шанс, я, безусловно, за него схватилась обоими руками. Мы выбираем самую умную, самую красивую, самую талантливую девушку нашего университета. Она должна все успевать, потому что за эти короткие 2 месяца подготовки расписание у девушек настолько плотное, что им нужно успевать и учиться, и тренироваться. Сегодня утром перед всем вот этим мероприятием я написала контрольный 5 и 4. Ну, там двойная оценка 5-4. Это вообще не про красоту. Здесь красота – это, по сути, в Miss NGU красота – это та, которая у тебя идет изнутри. Просто лицо, но это, мне кажется, уже нигде не нужно, в том числе и здесь. Вы обратили внимание на то, что половина участниц экономического факультета? Ни на что не намекаю, но, кажется, нам не хватает отдельной номинации «Мисс Эконом». Наверное, уже тенденция последних лет, что все-таки эконом-фак у нас представлен девушками, все-таки, чем, там, допустим, тот же физфак. Больше всего ставку я делаю на, наверное, домашний номер. К нему я готовилась больше всего, в него я вложила больше всего сил. Я выступаю со своими детьми, так как я уже работаю тренером по художественной гимнастике 3-й год. Сейчас я хожу, всем говорю: девочки, я волнуюсь, все остальные такие: я вообще еще не волнуюсь, все нормально. Они говорят, будут волноваться в последний момент, и я уже хожу паникую на самом деле немножко. Все пролетело как-то очень быстро, как в тумане, и вот уже все закончилось, уже и результаты. Я расстроена немного, ведь я не прошла финал, но я погрустила секунду и уже забыла. Я не знаю, как прошло, я просто спрашивала своей массовки: ну как оно, ну как, все хорошо? И все-таки да. Я вообще не ожидала, что я приду во 2-й тур. И вот сейчас я стою в костюме и просто такая: паника. Чувствуете ли усталость? На самом деле нет. Ты целый день на таком адреналине, что ты не замечаешь чувство усталости. На самом деле, когда я смотрела интервью конкурсанток с прошлых годов, они все говорили: конкурс сделал меня более уверенной в себе, более раскрепощенной. И я думала: это не про меня, потому что все это говорят обычно после подобных конкурсов. Но на самом деле я правда чувствую, что за эти 2,5 месяца я стала гораздо более увереннее в себе, я стала меньше бояться быть такой, какая я есть, и я безумно этому рада. Знаете, когда я сюда шла, я действительно не надеялась на то, что у нас будет какое-то такое дружеское общение. Ну нет, наверное, буквально прошла неделя, и мы все так подружились. Ты просто приходишь на репетиции, кто-то забыл каблуки, тебе дали, кто-то еще что-то произошло, кто-то грустит, ты поддержал. Мы во всем поддерживаем друг друга, поэтому кто бы ни победил, все будут рады. Я просыпаюсь по утрам для того, чтобы понимать, что мне нравится, пробовать, чтобы принимать себя любую, себя неидеальную, себя неуверенную, уставшую, споткнувшуюся о подол платья на дефиле. Я просыпалась от вкусного аромата с кухни. Мама уже готовит завтрак, а я... Ой. Помолчи ты. Веселая компания мотивировала меня не меньше, чем желание стать первой мисс НГУ из Максимина. Да, жизнь, конечно, сильно поменялась. И само даже выражение «у нее корона» раньше означало, да, что она в конкурсе выиграла. Сейчас это, в общем, не факт, да, что она победила в каком-то конкурсе.
каждой из вас Miss NGO. Я в этом уверена, что вот это ощущение вы пронесли по всей жизни. Я готова была заплакать, когда смотрела ваше выступление. И я, правда, искренне вами горжусь. Мисс Новосибирского государственного университета становится Марьяна Филатова! На самом деле я не ожидала, и я уже смирилась с мыслью, что я уйду ни с чем. Я достигла того, чего я хотела, потому что, как я уже говорила, я хотела стать первой мисс НГУ из Максимина, и я ей стала. Thank you.